Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Владимир, да, я буду запрос тогда. Уже выстраивается хорошее сотрудничество, я так понимаю, но очень важно, чтобы все-таки каждый премьер здесь сидящий выстроил такое же хорошее сотрудничество с депутатами Народного собрания. Да. Получается, уважаемые друзья, что мы, некоторые из нас, присутствуем на данном заседании Народного собрания, и хочу вас как бы обрадовать в кавычках, что ваши депутаты Народного собрания не всегда защищают интересы ваших сотрудников. Не всегда, особенно это заметно в последнее время. Если бы они приходили на заседание Народного собрания и говорили бы о проблемах вашего населенного пункта и предлагали бы выходы из этих решений, я бы еще сказала бы так, как говорят молдаване, жест параллели. Но я сегодня могу констатировать, что Народное собрание сегодня работает не во благо. Не во благо Гагаузии. Есть такая просьба, чисто вот как депутатов парламента, пригласите каждый своего. Поговорите. Пусть они на следующем заседании Народного собрания действительно не занимаются обсуждением политических вопросов. Посмотрите, сколько есть насущных проблем, которые на самом деле может решить Народное собрание и исполком. А как вы правильно сказали, они занимаются чем? Закрыть информационные порталы, дать лицензии. Это сейчас в этой жизни не самое главное.